привет! Сегодня мы в Пенанге, гуляем по улицам Пенанга. Здесь мы уже с вами были много раз. Сегодня записываем новое видео, я немножко поболтаю. Появилась идея открыть на канале новую рубрику. Будет она называться «Мысли вслух». В этой рубрике я буду в основном болтать, рассказывать о бодибилдинге, о танцах, о растяжке, о тренировках, как сочетать бодибилдинг и хореографию. Так сразу может возникнуть, соответственно, вопрос, зачем мне это нужно. Ну, потому что мне хочется поделиться с вами своим опытом, чтобы вы не занимались в зале херней. Все ведь хотят быть красивыми. Главное найти правильный путь, найти мотивацию, заниматься собой, быть красивым, успешным, здоровым. Как многие знают, я давно занимаюсь танцами, с 5 лет, практически всю свою жизнь. И, соответственно, у меня есть определенный опыт, который я могу с вами разделить. Точно так же определенное время я занимаюсь бодибилдингом. И не просто занимаюсь, а стараюсь как бы в этом развиваться постоянно. Поэтому хочется немножко поделиться с вами, так как в последнее время ко мне все больше людей обращаются с определенными советами. Поэтому следите за новостями, будет несколько серий. Я расскажу вам свои соображения по поводу силового тренинга, растяжки и всего, что связано с бодибилдингом и танцами, восстановлением, питанием и также здоровый образ жизни. Соответственно, некоторые люди могут начать кидаться меня какашками, сказать, кто ты такой, какой ты имеешь право кого-то учить, кому-то что-то рассказывать, если у тебя нет ни образования соответствующего. Если вам это не интересно, пожалуйста, не смотрите, никто вас не заставляет. Я никому не навязываю свою точку зрения, это лично мой опыт и мои знания, которые я за определенное время обрел, читая разную литературу, смотря ролики многих видеоблогеров. Их можете сами поискать, посмотреть. Информации достаточно много. Многие могут, например, даже не знать, с чего начать, что именно выбрать из всей уймы массы информации. Может быть, кто-то напишет мне свое мнение, мы пообщаемся. Пожалуйста, приветствуется, пишите. Я только рад, всегда рад пообщаться. Я надеюсь, найдутся зрители, которые оценят эти знания. Просто делюсь с вами своим опытом. Что ж, вот такой вот выпуск у нас получился. Надеюсь, эта информация будет вам полезна, поэтому следите за новостями, заходите на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем улыбок, позитива и добра. Пока. Когда всех нас голубоглазых парней земли.